Всем привет! В эфире очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Лайк-Арена». Мы продолжаем изучать профили мордовских спортсменов в социальных сетях. И самым интересным спешим поделиться с нашими телезрителями. У каждого спортсмена свой тренировочный график. К примеру, ходоки после выступления на чемпионате Мордовии ушли в небольшой отпуск и разъехались кто куда. Дементий Чапарев и Сергей Раков отправились отдыхать на малую родину. В деревне летом хорошо, и совершенно не обязательно ехать на морской курорт, чтобы отлично провести время. Здесь и футбол можно поиграть, и водные процедуры принять, и погонять на крутой тачке. Давай, Никит! Ну, не Никит. Хорошо. С пацанами на районе на тачке гоняем. И контактный зоопарк тоже под боком. А вот Елена Кручинкина радует своих поклонников фотографиями со сборов в Армении. Здесь мордовская биатлонистка успевает не только наматывать круги на лыжероллерах, но и подниматься на горные вершины. Фотоподтверждение прилагается. А вот фото фруктов и шашлыков, которых, как пишет спортсменка, наелась на год вперед, Елена решила не выкладывать. Наверное, чтобы лишний раз не дразнить своих подписчиков. Пока кто-то отдыхает, а кто-то тренируется, другие спортсмены готовятся распрощаться со студенческой жизнью. Тяжелоатлет Ольга Григорькина и армрестлер Ирина Калеткина с гордостью позируют с дипломами, между прочим, с красными. Еще одно подтверждение тому, что наши спортсменки не просто красавицы, но и большие умницы. Кстати, о красавицах. Представительницы мордовского спорта не устают радовать своих подписчиков фотографиями, не показать которые нашим телезрителям было бы просто преступлением. Так что, прощаясь, оставляем вас в компании прекрасных девушек. И напоминаем, не забывайте подписываться на своих любимых спортсменов и ставить им лайки.